2 мая. На улице погода. Ой, погода. Я с ночной смены. Я в своем репертуаре. Я как с ночной смены. У меня тяга к искусству. Как красиво. Такое все зелененькое. После дождика. Вчера дождик прошел у нас. Такой, знаете, дождик слепой, с солнышком, травка вся в России. Ой, красота. Я тут на карантине. Сейчас сумки поставлю. Вот, пошлите, я покажу. Что-то красивое вам. Гляньте. А что оно такое, я не пойму. Как это растение называется, кто знает. Оно цветет вроде бы и даже уже как бы отцветает. Цветочки. Ой, гляньте, какая красота. И там пчелка летает. Не хватает. Не хватает природы. Гляньте, какие цветочки. Оно не ядовитое случайно. Что это такое? Ой, красота. Там какой-то пьяный мужик идет вдалеке. Наверное, отработал тоже. Наверное, тоже с ночной смены. Там, в кустах. Идет. Идет. Идет неверной походкой. Не так как-то идет. Ну ладно. Ой, как красиво. А птички, слышите, как птички поют, чирикают? Ой, я так ждала этого дождика. Вы себе не представляете. Все спят. Все спят. Народа никого нету. Только птички и я. И поодинокие автомобили. И пчелы вокруг меня. Летят, как на мед. Господи, хоть бы не укусила меня эта пчела. Какая-то тут особо агрессивная летает. Ой, посмотрите, ну только посмотрите на это красное дерево и я. Какие-то тут деревья растут, я не пойму, что это за ягоды, а? Может, они съедобные, слива, что ли? Надо будет узнать. Как-то я не обращала внимания на это дерево, ходила мимо. И еще тут одно дерево есть, вот оно. Осё. Что оно такое? Точно слива. Ой, красота! Ой, я не могу. Мне здесь хочется увалиться на травку. Сейчас я вам росу покажу. Может, кто-то росу не видел давно. Так я вам сейчас покажу.
там кошка сидит. Удирает от меня кошка. Все, всех собак побудила. Надо бежать домой. Груша цветет. Груша. А это яблоньки цветут. Ой, как они густо цветут. Яблок будет в этом году. Красота. Пчелы гудут. И каштанчик. Все зеленее и зеленее.